Строительство детской областной клинической больницы в Твери начнется к 1 июня текущего года. Об этом заявил губернатор Игорь Руденя во время прямого эфира на одном из региональных телеканалов. Что известно на этот момент и как будет выглядеть новое здание главного детского лечебного учреждения области. Об этом смотрите далее. Решение о строительстве нового здания детской больницы было принято губернатором Игорем Рудением после пожара 24 февраля 2017 года. Тогда из-за огня обрушились перекрытия, пострадали все этажи здания, а это 1200 квадратных метров. Спасти постройку удалось, но она сильно пострадала. С тех пор и началась работа по проектированию нового здания больницы. План уже готов, и строительные бригады в ближайший месяц приступят к работе. Все готово, денежные средства выделены, документы все подготовлены, строители, которые будут участвовать в этом проекте, мы об этом тоже говорили, будут согласовываться с региональным правительством. Ну и, конечно, мы будем подбирать строительные компании, которые мы все-таки считаем должны состоять из наших тырских специалистов. Единственным исполнителем работ определена дочерняя организация государственной корпорации Ростех, компания РТ Содстрой. Это прямое распоряжение президента России Владимира Путина. Финансирование строительства также обеспечено в полном объеме. На эти цели предусмотрено более 5 миллиардов рублей. Новая больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5 тысяч посещений в год. Штат медиков расширится примерно на две трети. В стационарный блок войдут 17 отделений. Некоторых раньше не было в структуре ДОКБ будет закуплено и новое уникальное оборудование, которого ранее в распоряжении тверских медиков не было. Появится новое специализированное отделение, которое в данный момент коечный фонд разбросан по городским детским больницам. Это онкогематология отделение, отделение офтальмологическое детское блок. Операционный блок будет содержать 8 операционных причем высокотехнологичных с телемедицинским оборудованием. Две реанимации, причем реанимация будет одна новорожденных. Сразу же будет открыто отделение выхаживания первого этапа, второго этапа выхаживания, совместно нахождение детей грудничков с мамами. Новый корпус будет расположен рядом с перинатальным центром имени Бакунина и будет связан с ним переходом, что позволит осуществлять быструю транспортировку пациентов. Это будет первым шагом для создания в регионе высокотехнологичного медицинского кластера.